Шалом. Стивен Кови в своей известной книге «Семь привычек сверхуспешного народа» приводит такой термин, как «заточить пилу». Два человека соревнуются, кто больше спилит деревья. Один пошел, и второй пошел. Но вот второй, он периодически останавливается и затачивает свою пилу. На что первый вообще негодует и говорит: «А что ты это делаешь? У нас же время-то ограничено. Надо быстро, быстро, быстро». В конце концов, он спилил меньше деревьев, чем тот, который периодически останавливается и затачивал пилу. Дамы и господа, в нашей жизни вот этот секундомер работает с первого момента, когда мы рождаемся. Великий Соломон говорит в 3 главе книги Коэлит: время рождаться, время умирать. То есть, когда человек рождается, время к смерти пошло. Не случайно один из знаменитых плакатов, где такая сильная женщина с двумя боксерскими перчатками стоит в стойке, и внизу написано: «Отдохнете после смерти». Вся наша жизнь – это ринг. Мы боксируем, еще раз боксируем. Тут возможность, здесь возможность. Эти возможности как окна, как Windows. Открывается, мы не знаем, куда бежать. И в конце концов мы понимаем, что мы выдохлись. И эта смерть может наступить рано. Поэтому Бог дал еврейскому народу такой талисман, который называется Шаббат. Обратите внимание, заточить пилу — это значит остановиться, успокоиться и набраться сил. Причем здесь нужно абсолютно противоположно перейти от рабочих моментов к Шаббату. Шаббат – то, что объединяет всю семью. В Шаббат не работают гаджеты. В Шаббат ты сидишь за столом, общаешься и кушаешь, и делаешь лехаим, и молишься. В жизни можно создать такой Шаббат. Обратите внимание, какой прекрасный урок нам дает вот этот Шаббат. Причем пила на святом языке – это массор. Традиция массорет. Очень часто у нас есть две возможности. Или наточить пилу, то есть вот эту традицию сделать ярче, острее, или спилить, то есть отдалиться от массорет, от традиции. Надо, чтобы в нашу традицию вошел вот этот обычай – заточить пилу. Когда мы рождаемся, секундомер включен, время пошло, но иногда он останавливается. И тогда общее время идет вперед, а наша жизнь становится длиннее. Дай Бог, чтобы этот отдых внес в нашу жизнь вот эти остановки. Шалом, шалом.